Сегодня в стенах Российского университета дружбы народов царит дружелюбная атмосфера. Звучит национальная музыка, пленительный аромат кофе так и манит его испробовать. А это значит, что культурой и традициями своего народа решили поделиться студенты из Панамы. Панама славится своим каналом, который не зря называют восьмым чудом света. Этот шедевр – один из самых протяженных и сложных в исполнении искусственных водных путей в мире. Панама идеально подходит для любителей активного отдыха. Пляжи разные, и там каждый год соревнования разные делаются. Панамцы с удовольствием демонстрируют свои таланты, чем поражают российских студентов. А мимо звуков флейты не мог пройти никто. Благодаря выставке студенты из других стран могут не только полакомиться панамскими сладостями, но и обучиться национальным танцам. Вот только ощутить дух страны лучше всего, побывав в Панаме. Поэтому... Добро пожаловать в Панаму! Алсу Исмаилова, Жаканан Масена, новости ТВ РУДН.